136. Будет пройдено 66 километров. В середине видео будет фотовставка. Это граница Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа. Она проходит через населенные пункты Новоснежная и Выдрино. Я вот остановился, сделал фотографию. Так что не пропустите, если интересно будет момент это место посмотреть. Но осень, первый день осени, какой-то день, 12-й день у нас, движение. Так, связи нет. Это я говорю про мегафон. На привале, значит, показывал индикатор мощности сигнала мегафона 25%. 3G. Но выйти в интернет так не получилось. Теле2 ловил, сигнал был в интернете, мощность была 50% мощность сигнала. Теле2 в интернет позволил выйти. А мегафон, к сожалению, нет. На этом участке мегафона вообще нет. Связи нет. Вот вроде мегафон появился. Показывает 50% мощности уверенного приема. Зона уверенного приема 20%. 50%.
Ну, вроде получше стало. Я бы сказал, хорошее. Расход бензина 6,3, пройдено 158 километров с места ночевки. 3 часа 31 минута, ну 3 часа, наверное. В движении средняя скорость 45 км в час. Без полчаса. Как говорил Михаил Евдокимов, великий юморист, потрясающий. Запас хода 730 километров. Здесь интересно, какая цена. Да, вроде бы начинает проясняться. Дождь вроде бы начинает. Впереди камера 60. 60. Река снежная, ух ты, полная какая. Это я сфотографирую. Это я сфотографирую. И на фотоаппарат, и на смартфон. Придорожный щит, который стоит с правой стороны, написано «Республика Бурятия». Ну вот это одновременно и граница двух федеральных округов. Что ты это? Заработал, что ли? Да. Ну сколько хочешь нам все заработать? Конечно. Никому не поехал. А что ты туда поехал? Катаю свою задницу. Что там у вас холодно? Ну, тут температура 13 показывает. Дождь идет.
Ну, вот Байкал проехал весь, очень сильный, ну как, сильный дождь, не очень сильный, но сильный дождь. Вот ты тогда по делам проехал или еще, или клиентам? Да для себя я, господи. Решил вымыться? Да. А курс с кем остался? Ну как с кем? Я с собой его взял, в багажнике валяется. Ну ладно, ты же уж там один, голодный. Да не, ну что, сегодня же в школу пошли. Кирилл в школу, в первый класс пошел. А, приехали? Они приехали в Турцию? Ну да, они вернулись, по-моему, позавчера или все. Ну ладно. Позавчера еще. Хорошо. Ну, я думаю, что ты не берешь трубку, что-то непонятно. Да. Да ну эта связь очень плохая вот на трассе. Вот сегодня останавливался, ну не было связи. В общем, этот вблизи больших городов, там поселков каких-то, там еще есть связь. А так этот интернета связи нет, хреново. Ну ладно, ты осторожно там, да, смотри. Ладно, давай, привет там твоим. Ладно, давай, осторожно, с Богом, давай. Давай, пока, Витя, ага. Так, это звонили из Сакраменто. Ну а я продолжаю движение. Аккумулятор заряжается. На смартфон снимать, ну, пока не буду. На этот, на яблоко. Уши закладывает.
Дорогу нужно фрагментами менять полотно. Обратили внимание, сколько ручьев безымянных. Мост-отвяз не работает ни хрена. Практически любой мост проезжаешь, большой или средний, или малый. Какая фигня. Ограничение 50. Что там такое? Ограничение 50 сделали. Теперь 70. И 70 ремонт. Где ремонт ваш? Или вы уже ремонт сделали? Где-то на этом участке я покупал черемшу.
оторвали эти. Черемша мне вообще-то нафиг не нужна была. Но у ребенка был день рождения, который торговал на трассе. Я поддержал его. Ей нужно не только любить и уважать, ценить, беречь, хотя бы за то, что сколько им еще предстоит в жизни испытать. Трудности, проблем, горе. Интенсивность движения слабенькая. В основном, правда, фуры, автовозы.
Да, полотно дороги нужно ремонтировать уже начинать. Ковейность. Бочки, ямки. Yeah.
показывает 210 километров до левого поворота. Центр всего сигнала. Это вот мышка стоит, поэтому, наверное. А формат у него сигнала. Формат сигнала интернета Е. Ну и нафига нужен такой интернет Е. Самый, наверное, медленный в мире. Так. Или два. Его показывает 25% мощности, 4G. Наверное. Вот такая вот информация по связи на трассе. Бурятия. Забайкалье. Но дорога хорошая. Дорога хорошая. Разметка и полотно дороги. Пока уважение главе республики и Роскомнадзору. Вот так.
еще заряжается. Лифт аппарата взял 2-1. Зарядил, поставил фотоаппарат, а второй зарядил, положил в резерв. Интенсивность движения оцениваем писание. Расход упал до 6,3 на 100 км.
поеду. Ой, здесь я в Бурятии, конечно, обязательно схожу в буфет. Обязательно. Тут делают пельмени на полу, называются бузы. Вкусноты невероятные. Но это ближе к Улан-Удэ уже.
поправлю. Плюс 0,7. Вот нулевая экспозиция. Не знаю, хуже, лучше стало. Ладно, пока буду снимать так. Дальше будет видно. Ямочный ремонт хорошо сделали, стыков нет, идет мягко. В Москве это общая беда.